Эту награду в Советском Союзе получили всего два человека. В СССР было полно талантов и гениев, и тем не менее этим мифическим титулом не награждали даже тех людей, которые внесли значительный вклад в развитие страны и прославились на весь мир. В 1949 году в Советском Союзе учредили звание «Почетный гражданин СССР». По задумке им должны были награждать за выдающиеся заслуги в укреплении могущества Советского Союза, однако его получили только два человека – Берия и Курчатов. Они были награждены за разработку атомной бомбы. Но почему после них этим званием никого не награждали? По самой популярной версии, создатели идеи поняли, что первыми двумя кандидатами они подняли слишком высокую планку. Ведь какими бы ни были достижения человека, ставить его в одну позицию с самим Берией или создателем самого важного проекта в СССР Курчатовым было бы нецелесообразно. По другой версии, это звание было выдумано специально для Берии, а Курчатов удачно попал под раздачу, после чего присвоение звания было прекращено. Ведь как еще объяснить, что тысячи достойных граждан Советского Союза так и не получили это почетное звание?